Доброе утро всем, у нас уже утро началось давно. Сегодня четверг, 9 утра, и мы уже вяжем. Начали с кинзы и с петрушки. У нас в гостях кто? Зоечка приехала. Привет, Зоенечка, как дела? Афонь, ты поделился, Зои? Кушай. Ты покушал? Что тут мои ребята делают? Играете с ракушечками? Да. Это ракушки, они в море, да? Да. На дне лежат, да? Да. Мама, попью. Нет, это башка Люда нам привезла. Да. Скажи, башка Люда. А Люда попью. Она на море ездила, да? Да. И привезла нам ракушки, да? Да. Камушки, их надо только положить аккуратненько, а то они тяжеленькие, да? Нет, так не надо, сынок, она может упасть на тебя. Нет, Фуфля так умеет. Не умеет так? А ты давай мне вот эту ракушечку, а то она колется. Хорошо? А другую возьми, а то это такая, видишь, какая колючая ракушка, да? Ага. Она очень колючая, ее надо положить. Свет это Афонечка включил. Головой включил, да? Да. Нет, отдай, дай эту ракушечку, Зоя. Сам возьми другую. Мама. А в этой ракушке можно слушать, да? Кушку принести, поднести. Нет, вот эта, которая у Зоечки ракушечка. Нет, а это, видишь, колючая, мы ее уберем. А у Зои такая ракушка, которую можно кушку поставить, и там море шумит. Ну, Зоя, возьми ракушечку, послушай. Вот так, да. Ну что, шумит там море? Да. И как оно шумит? Вот так? Да. А тебе тоже слышно, Зой? Да. Так. Так шумит, да? Мало. Автоматик ты, Зоечке? Да. Да, и Зоечке сделаешь автоматик и будете стрелять, да? У меня теперь супер режим. Я вяжу быстренько два пучка и прибегаю сюда, чтобы играть с детьми. Вот здесь буквально 5 минут, и опять туда иду под навес помогать родителям. Заюнечка, ты в домике? Я песочек. Песочки, да? Сегодня хоть тепло, ветра нет. Солнышко нам вышло, да? Да. Сегодня уже... Так не надо, Зоя. Ты так в глазки можешь себе. Так не хлопай, хорошо? Афонечка, смотри. Ты что хочешь? Смотри, я. А это что такое, Зоенька? Пасочка. Пасочка у тебя? А вот у нас есть же форма для пасочки. Давай делать пасочку, давай. Если не получишься, не дам тебе горошка, да? А если получишься, давай убираем. Кто будет убирать? Давай. Получилось? Да. Пасочка, да? Да. Да. Еще дело еще. Гришуля уже дома. У него сегодня было 3 урока, да, сынок? До половины 11. Давай. Холодец. Еще полчаса я поработал. Холодец еще чуть-чуть пока осталось. Дошел. Кошмар, нет. Пока остановился, подождал папу. Да? Так, а я сейчас буду на обед. Зоечка, иди играй. Будем сейчас варить пельмешки. Все покупил нам 3 пакета по 0,5 килограмма, которые именно в сельпо. Да, мы сейчас все сварим, потому что мы все будем обедать. Все вместе. Вот еще тарелочка борща осталась. И Гриша сейчас тоже кушает борщик. Все мое. Никому не трогать. Жадина говядина, что ли? Так, уже вода сейчас будет закипать. Будем... Уже кипит. Ну, почти уже, видишь, маленькие пузыречки начинают, да? Как газированный. Все, мы сейчас все вместе покушаем, да, Фонечка? Да. Это борщ труд. Так, а мы уже все дети спят, теперь мы будем вязать шевелек.
Уже хорошо он подрос, да, после дождичка? Угу. Ну да, там такой уже лопастенький. Там были такие маленькие, да, листики? Сейчас я вижу. Григорий уже вышел на улицу с детками, все проснулись. И Гриша сделал. Пока в Sims поиграл, да, сын? Угу, сделал еще какой-то браслетик. А Зоечка все танцует. Нет, а где мячик? Фенечка уже с Зоей хорошо поспали. Зоечка, а ты с кем спала? С кем? Дядя Сережей? Да. Молодец. У нас уже почти 5 часов, да, даже не почти 5, 5:15. Я сейчас сварю быстренький такой ужин, у нас будет суп с чечевицей. Мне кажется, это один из самых быстрых супов, потому что чечевица очень быстро варится и очень вкусный супчик получится. Так, здесь у меня кусочки мяса, то есть я его вот такими маленькими кусочками порезала, оно здесь очень быстро сварилось. Ну, как всегда, картошка, морковка, лук, соль, перец и... Сейчас посмотрю, немножечко, наверное, водички добавлю и буду добавлять в конце чесночок и зелень. Так, ну что, посудомойка моет посуду, моет машину, хотела сказать. Мы сейчас поедем на Красную площадь. Суп мы не поели, он стоит на плите. Да что ж такое, меня нет. Стоит на плите наш суп, ждет нас завтрашнего обеда, потому что завтра мы им пообедаем. Сейчас поедем на Красную площадь, хочу зайти в Фикс-прайс, посмотреть там цветочки, кое-какие полотенечки на кладбище, на родительский день, радонец, как называют. У нас-то ходят в понедельник, то есть после Пасхи, через неделю в понедельник. Так что сейчас поедем. Мы уже в Титаровке. Сколько? 6 часов? Ну так пробок нету, да, в Титаровке? А что, они должны в это время выехать? Или попозже? Не, ну до Титаровки бывают и так пробки. Нет? Оттуда-во. Ну оттуда-во, да. А что ты тут снимаешь? Или там надо туда достать камеру? Камера, да. Пятерочка в Титаровке открылась. У нас еще даже в станице... Ткани, фурнитура. А что-то... Ну, короче, еще одна Красная площадь, да? Разметку, да, и у нас там не у нас титры, да, пожалуйста, где мы прекрасно, да. Так, все, мы уже видим Красную площадь. Я увидела. Опушка. Я увидела. Да, ты увидела, Антон. Все, мы приехали. Вот молокосос, да. Так, ну куда? А где она идет? На третьем этаже. А он на третьем Фикс Прайс? На втором, где-то здесь. Он точно. Кухня, да? Пошли. Паша, что тебе нравится такое платье? Голубое. Голубое нравится? Это они, видишь, вместе с платьем. Красивая? Да. А? Ты хочешь такое? Нет, такой мне цвет не нравится. Это надо найти поменьше. И хочется Вики видение такое. Вики видение? Только потем. Я живу в Брунале, у тебя такое, да, платье? Да. Купила я тут цветов разных. Сейчас смотрю всякие ежедневники, которые антистрессы. Ну вообще какие-то красивые шапочки. Нет, я бы сказала, что это что-то под лопушком такое. Так, положите, положите. Покажи. Во. Мама, а что мне купить? Я лохать еще. Все, все, все. Давай, ручку папе. Мы любим. Да. Любим и будем. Гришуль, что ты там нашел? Глянь, выпустили пасхальная версия. Угу.
А что там за волшебная бомба? Это маленькие. Это воды, наверное, набирают. А это зачем? Водяные бомбы. Ам-ням-ням-ням. Положи. Все, фикс-прайс, сейчас папа отнесет все эти. Мы сейчас идем смотреть, да. Сейчас идем, сынок. Все, в кино, в общем, ничего нету сейчас для нас. Там никого нет, Афоня. Блин, ну... Что такое? Ну, сейчас ничего нет, Зай. Сейчас только кухня или форсаж идет. Афонечка, иди сюда, выйди, пожалуйста. А мы ждем папу. Антош, выйди, ну куда ты лезешь? Ты чё? Что, ты в кино ходил? Ну, тут ничего вечером нет. Что это? Папа будет руководить процессом. Ну а зачем ты нажал? Антошка, короче, всего две игры, Антош. Ну, я тебя спросил, ты знаешь что? Антошка, короче, две игры. Первую уже все. Подожди. Я тебе скажу. А ну пробуй. Да он слабенький какой-то. Да, мы же туда в него же играли. А ты что, хочешь покемонов? Пробуй вот его за голову хватай. Бок чуть-чуть, еще. Во. Хватай. Да он. Он не бежит теперь. Да. Да, я понял. Еще раз попробую. Давай, Афоня. Давай. Лена. Подожди, подожди. Ну, еще один такой же. Понятно. Лена, на мою игру все. Не выиграть. Все, пошлите. Спасибо. Пошли, Афоня. Да. Глобус такой обалденный. А это ты закрылся, да, Сержуня? То и нету магазина уже. Все уже обанкротил. Закрылся. Конечно, там слишком дешевые Лего были, да? Да. Лего город. Здесь надо прям с утра смотреть. А когда мы сможем вот так? Ну я пока не знаю, сыночек. Ну когда ты сможешь? Ты видел лошадь? А я вот не видела. Я даже не знаю, сынуль, из какого. Это из трех богатырей или нет? Ну, Юлий, да? Да, Юлий. Кто тут, собака? Да. С косточкой. Да, что ты стоишь на столе и ешь? А? Ты, негодяй. На. Пошли, на-на-на. На. Так, Григорий выбрал пиццу. Со. Просто два кусочка пиццы, одна с ветчиной, одна с фасолью. В прошлый раз Грише понравилось, да? И я себе еще взяла с красной рыбкой. Смотри, я... Попробовать? А вкусная рыба. Да? Папа Финн! Это не папа Финн. Папа Финн! Это в смурфиках. Это папа. Папа смурфик, да? Папа Финн! Сейчас будем Иван опытом. Как заложить обратно? Давай я заложу. У нас красные. Два красных. Я, кстати, попробовала вот такую кофейный коктейль. Типа, Сержуня сказал, как будто в кружке было кофе. Его просто разбавили водой и взбили. В общем, мне понравился. Сержуня не очень. Ну, такой странный. И мне вообще. Вишневый лимонад намного вкуснее. Так, а это чья? Розовая? Афоня, да. А, ну там они еще. Не все с мордочками, давай, да? Давай. Еще, прокручивай. Все. Антошки какая? Какая-то это красная, да? Вот какая. Бордовая. Афоня, на. Это тебе. А где? Я всем дала, я дала 3,10. А у тебя еще 10 рублей. Папа, ты будешь? Нет, дай ему 10 рублей, он же тоже хочет кинуть. Кто? Нет, он хочет кинуть сам. Бери, он 10 рублей. Нет, дай Афоня кинуть. Я говорю, он хочет кинуть, ты суешь. Давай, засовывай.
Вот это кто будет? Крутить. Я не буду. Пап, ты будешь? Еще. Еще. Походюсь. О. Она такая же, да? Подожди, сейчас оставь, а то оно может вылетать. Стоп, потихоньку. Все? Доволен? А вот это кому? Я давай. Не сниму. Сделано. Что это такое? Покажи с ним. Ах, лето, не каникулы. Там. Ты и лукоморье добилены, как красиво, да? Ага. Мам! Это мой. Отойдите, все, мы едем. Ой, я здесь папа закрыл. В куртке. В куртке и в шляпе, мама. Да? Я понял. Надо поменять. Вот это больше. Да. Душа, надо поменять. Давай поменяем и так померяем. Да ну подожди, что ты. О, так даже лучше. Афоня, посмотри. Да они одинаковые поразы. Да нет, мне вот кажется, это больше. Да. Это меньше, вот это на него нормальное было. А по размеру, блин, вот это больше, это меньше. Так, Грише купили книжку Graffiti Falls. Он так хотел, да? Это первый выпуск у тебя? Что? Вот даже написано. О, ладно, быстро беги тогда под одеялко. Роман, выпуск один. Графический роман, выпуск один, да? Так, ну что, мы уже дома. Дети пошли спать. Афоня даже сам так устал. Так находился, что пошел спать. Сейчас покажу, что мы купили фикс прайс. Самая главная покупка, зачем мы ездили, это за искусственными цветами. Они там, по-моему, по 50 рублей. Возьмем их на кладбище. Я, честно, не знаю, сколько у нас стоят цветы. Но я вот взяла по 2 цветочка. Я имею в виду на одну, как сказать, могилку, да, будет по 2. Вот. Цветов тут много. Особенно мне, конечно, вот эти очень понравились. Подсолнухи. И орхидейки тоже достаточно, ну, такие, достаточно красивые, по-моему. Сакуры в прошлый раз было прям много, но сейчас осталась всего одна веточка. У нее тут отпал один цветочек. Надо сейчас прикрепить. Так, и вот здесь еще гора покупок. Сейчас я все покажу. Так, ну что, начнем с чокопая. Мы купили чокопай. Не помню, сколько он стоил, 50, по-моему, рублей на завтрак. И вообще, мы любим чокопай. Правда, у нас микроволновка сломалась, теперь нам негде его разогревать. Но я думаю, мы все равно его слопаем. Еще из еды мы купили 2 лепешки. Каждая стоила 25 рублей. Мне кажется, это очень выгодно. Тортильи. Что-нибудь в них завернем, будет такое а-ля шаурма. Вот, так что 2 штучки взяли по 25 рублей. Вот, еще то, что я... Там куча, ну, я вам уже показывала, да, ежедневников. Сейчас очень модно вот эти ежедневники, которые антистрессы. Не знаю, как будто у людей вечные стрессы. Сейчас, по-моему, все антистресс. Подушки антистресс. Эти ежедневники антистресс. Все как будто люди, знаете, в каком-то стрессе живут. Я, в общем, купила вот такой вот блокнот. Хочу себе записывать... вкусняшки, рецепты, которые действительно мне понравились, которые я попробовала и прям вау. Вот один из них здесь тесто для пиццы будет обязательно. Обязательно будут эти кексики, которые с черной смородиной. В общем, какие-то такие, которые я не часто готовлю блюда, но которые очень и очень мне понравились и всем нам понравились. Обязательно будут печенюшки, которые для силиконовых формочек. Так что, в общем, буду сюда записывать как-нибудь красиво. Здесь внутри листочки вот так вот оформлены. Вот так вот интересно. То есть как раз для голодных людей. Вот так вот. То есть это как раз такой кулинарный блокнотик. Так, что еще мы купили? Все, что взял Сажуня, это вот в машину салфетки. И еще для машины влажные салфетки. Вот такие вот.
Так, это тоже Сережина покупка, это батарейки. Потому что такие батарейки нужны нам иногда. Даже они иногда бывают в детских игрушках, поэтому пусть пока лежат. И что еще? Дети. То, что себе взяли дети, это шарики. Хотят себе накрутить мечи, сабли, не знаю, что-то в этом роде. И очень круто, что здесь есть сразу насос. То есть нам не надо будет надувать ничего, сижу не им помогать. Единственное, может быть, завязать шарики придется, они сами не смогут. Но надуть они сами точно смогут, поэтому взяли. Здесь 12 штучек. И интересно, что здесь сзади показаны. Видите, как их делать, поэтому, может быть, даже попробуем какого-нибудь кролика или собачку сделать. Кучу носков я взяла по 50 рублей. Мне кажется, это вообще вот супер-пупер. Здесь я и себе взяла вот такие вот светленькие. Лен, длинные. Вот, в общем, и сижу мне аж 11 пар носков. Ужас, да? Ну, потому что я вообще фанат вот таких светлых носков. Но я вообще люблю именно белые, но там не было почему-то именно белых. Потому что там до этого просто был какой-нибудь другой фанат белых носков. Я все их разобрал, поэтому здесь куча светлых носков. Как раз уже все-таки весна, я надеюсь, скоро придет настоящее тепло. И вот, в общем, это все наше. Еще взяли влажные салфетки, потому что одна пачка у нас уже почти закончилась нашими художествами. И еще одну пачку мы забыли в садике. Ну и как бы уже не стали там где, на что она искать, поэтому взяли еще две. То у нас были голубые, у них такой запах очень сильный был у голубых. Ну, достаточно сильный для салфеток, мне кажется. Вот этот, не знаю, попробуем, какой здесь будет аромат. Я прям даже сейчас открою, попробуем. Да, здесь он намного нежнее, поэтому они все-таки и с первых дней жизни. Вот именно детские. А те были, по-моему, какие-то универсальные. Я точно не помню, но они точно не прям детские. Так что вот этих запах поменьше. А главная покупка – это Барилла. Барилла. Три пачки вот это, что мы брали. Две. Теперь три. Две спагетти вот эти, которые номер три. Это обычные спагетти. И одну, знаете, которую надо продувать, что называется. В нашей семье ходит такая шутка, что их нужно продувать. То есть те, которые спагетти, но... То есть они такие трубочки. Вот. Букатини. Называются. Букатини, да. Номер 9. Вот поэтому три пачки взяли. По 55 рублей они. Так, еще Григорию нужен клей в школу, поэтому взяли клей. Хорошо. Ну, ПВА нам обычно вот этот не нужен, потому что дети его разливают, и он очень в этом плане неудобен именно с детьми. Поэтому мы таким особо-то и не пользуемся. Ну, раз был и был. А карандаш, конечно, нас устраивает, потому что он никуда не прольется. Даже фиг с ним, выкинем, если он засохнет. Но, по крайней мере, после него нет таких каких-то ЧП, которые нужно потом убирать. Еще взяла вот этот чистин. Не знаю, я его никогда не брала, но мне кажется, за 50 рублей все равно. В общем, туда его заливать. И мне кажется, это все равно. Какая штука там за 50 или за 150, поэтому... взяли. В общем, это и все были покупки именно в фикс-прайсе. Еще мы заходили в Макдональдс ради сюрпризов, я вам показывала, да, у нас красные домики с двумя человечками. Красный домик — это домик вот этого папы Смурфа. Я не знаю, мы на мультик не ходили, поэтому я даже, честно, я не знаю, как их там зовут. И принцессы вот этой девочки. Что еще купили? Книжки две. Гриша Gravity Falls, или как-то так, как она там правильно называется. Я себе купила Гоголя повести. Не знаю, что-то мне так захотелось. Наверное, я сошла с ума. Но буду читать по вечерам. Она так пахнет новой книжкой вообще. Стоила вот это у меня 157 рублей,
а Гришкина 300 с чем-то, там 350, что-то такое. Вот, в общем, все, все покупки показала. Вроде бы все рассказала. Чек у нас в экспрессе достаточно длинный, из-за цветов и из-за носков получился. На 2000. Вот, в общем, ладно, всем до завтра. И всем пока. Обязательно поддержите нас. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.